Я надеюсь, вы слышите этот напряженный музон. Я себе специально скачал тему на PlayStation Call of Duty с мужиками бородатыми, чтобы более аутентично было. Блин, я так давно плойку не запускал, открыл, и тут Bloodborne. Как Это... же он клёво смотрится. Ну, Bloodborne офигенный, это правда, но не такой крутой, как Call of Duty. Не, ну, Ты бесспорно. подумай об этом прежде всего, прежде чем делать такие заявления. Я бы и сам поиграл, наверное, в Bloodborne, но Call of Duty это намного завлекательнее, особенно если учесть, что это Infinite Warfare, последняя часть, еще не вышедшая в полном объеме, бета-версия мультиплеерная. У нас в стране Call of Duty не очень популярная дисциплина мультиплеерная, но так как Dota умирает, и мы видим, как она умирает каждый день, все меньше и меньше смотрят на эту замечательную игру, то скоро будет нужна замена, и почему бы не Call of Duty, да? И что самое интересное, все всегда играют на PlayStation. В нее профессиональные киберспортсмены. Я себе купил специально, чтобы стать профессиональным Call of Duty-ером. Я себе купил геймпад под названием SCAF. Вот, и мне к нему прислали вазелин специальный для рук, чтобы они не прилипали к геймпаду, прикинь, в коробочке. Да ладно. Да, специальный вазелин. Раз. Называется Gamer Grip, друзья. Я не шучу, это вазелин для рук, тут так и написано. Прикинь, геймеры мажут руки вазелином, чтобы быть я более... Давно, я догадывался, на самом деле. Сейчас я затещу прям в прямом эфире, я надеюсь, у меня рака кожи не будет от этого. Блин, он пахнет, кстати, очень приятно, но, насколько я понимаю, у него наоборот... Может, его можно есть. Пахнет, знаешь, как Double Mint, помнишь такую жвачку? Прям захотел смазать какие-нибудь другие места. О, прям... Так... Что он не давится, правда? Дави сильней. Он был запакован. Помнишь, как-то горчица, которую ты для меня открывал на стримхате? Да, но я тебя научил открывать эти вещи. Теперь видишь, ты можешь как вазелина спастись. Да. Может быть, как болезнь. Ну я просто хочу... Блин, он какого-то странного цвета. Я не знаю, видно или нет на стриме, как бы... Как гной. Похож. Похож. На гной пахнет спиртягой. Блин, он очень пахнет спиртом, если честно. Просто нереально, как будто я водкой руки намазал. Может, это не руки надо было мазать, а геймпад? Может, это вообще для смазки геймпада какое-то дерьмо для смазки, типа... Коннект какого-нибудь там, типа, проводов. Чем я руки намазал, кекс? Не знаю, я понюхал бы, но далеко. Господи Иисусе. Главное, чтобы тебя не забанили. Самую верхнюю, как думаешь, или как завязывает арафатку спецназ США? Давайте смотреть. Ну, вот спецназ США нормально смотрится. Да. Так. 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 Квадратная. Треугольными концами, да. Стой, погоди, мужик, блин, она слишком большая, он стоит и делает, я не могу встать, потому что я в трусах. Так, дальше что? Сейчас. Погодите, погодите, мне надо снять наушники. Когда будешь вязать шмах на... Нет, 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 чуваки. Кекс, я тебя сейчас не слышу, ты ничего плохого про меня не говори, пожалуйста, я не смогу тебе ответить. Так... Чуть-чуть на... Стоп, чуть-чуть налево. Так, секунду. Блин. Я не понимаю. Секунду. Конечно, не понимаешь, ты же тупой. Так. Пелик. Ага, ага. Так, и вот это... Вот так. Когда будешь вязать шимах, обязательно кричать «Алла, Хуакбар». Все, кекс, я сделал шимак. Красава, сейчас посмотрю, Люк. Смотри, смотри, только не влюбись. Ну, бесплатный.
я думаю, нету, а сама по себе вот это... Да, у меня было целых два Prime Sub'а, ничего себе! Thank you for joining us in the Call of Duty Infinite Warfare Beta. From everyone, all Infinity World, we are super excited to finally share all of our hard work on multiplayer with our community. Это мы. Это мы, чуваки. The Fucker 1.40 вообще, он карлик. Он бегает такой, тук-тук-тук-тук-тук. Причем, судя по смс-кам, уже сами Infinity Wars не верили. Да, мы с тобой в пати, братан, дай мне виртуальную 5. И все вы в чате, друзья, все вы в чате тоже дайте мне виртуальные пятюни. Я подставлю сразу две руки, измазанные геймерским вазелином. И вот так вот почешу ваши ладошки, друзья. Представьте, как это щекочет. Можете подставить свои залупы или задницы, если хотите, сейчас к монитору, чтобы, так сказать, еще сильнее сблизиться. Mm-hmm. О, вот так вот, да-да-да. Вот что это вы подставляете, друзья. В общем, спасибо. Спасибо всем, что вы собрались сегодня здесь, в этом замечательном чате. И сейчас мы, наконец-то, возможно, увидим эту игру. Я жму паблик матч. Начинается. Тихо. Вам слышно игру? Тише. Поезд сделал бум, погоди. Какой-то командир. Ты тоже видишь эту клевую заставку? Я не вижу. Не знаю, что у тебя происходит. Миссию выбираю или классы сдаю. Погоди, у меня заставка. Вау. Вы видели этот танк, как он собрался? Это новая техника, возможно, она будет в игре. Чувак похож на того, который поезд сделал бум. Только волосатый. Я не знаю, о чем он говорит, друзья. Я, к сожалению, не владею английским языком. Но, скорее всего, он рассказывает о том, как его жена бросила. И то, что раньше она носила вот такое вот платье. Чуваки, я просто в шоке. Неужели мы сейчас увидим это? Боже мой. И вот мы в команде слева против правой команды. Карты пока не знакомы. Это первый, можно сказать, из дес-матчей. Так, Rifleman. Кого я там настраивал? Есть еще Recon. Давайте возьмем Recon. Это, видимо, снайпер. Я не знаю, я кого-то настраивал, но в итоге я буду играть за снайпера. 4 секунды до начала. Скажите, не слишком ли громкая игра? Может быть, потише надо сделать? Что ты говоришь? Я почему-то наблюдаю за людьми, я не играю. Но ничего страшного, я играю за тебя, брат. Блин, зря я, наверное, взял... Зря я, возможно, взял снайпер. Как же громко, господи. Илюха, чё, какую точку берем? Я не знаю, чувак, я не понимаю пока вообще ничего. Подожди 5 секунд. Блин, как же громко, ну как же круто! Продолжается все то же самое, что было. Я убил первого человека. Продолжается то же самое, что было раньше в Destiny. Я не могу никого убить. Блин, надо было ударить кулаком, но я не успел сообразить. А кулак ваншотит? Не знаю, чувак. Попробуй что-нибудь вообще понять в этом мясе. Слишком быстро и круто. А мы можем... круто сражаться один на один попробовать. Нет, давай не будем сражаться один на один. Давай встанем в коридорах. В коридоре. Ты, короче, будешь... Найди какой-нибудь проход, который можно просто полить из снайперки. Я буду тебя прикрывать. О, я нашел. Как я задержать дыхание? Все, нашел, как задержать дыхание. Я нашел проход, короче. Я буду держать эту дверь, я не знаю карту. Да, из нее кто-то выпрыгнул, но он такой быстрый. Это дедматч, нам, короче, можно вообще в одном месте стоять. Кто-нибудь еще должен выйти. Мы проиграли. Блин, мы проиграли. Блин, ну это круто было. Ты чувствуешь эту потерю геймерской невинности, так сказать. Меня только что лишили. У нас 4 варфа. О! Но это все равно космическое. Смотри, там какая-то хрень. Это вроде как... Что-то Эдисон написано было. Бля, что за... А, вот Loadout 1, это то, что я готовил. Все, я... Все, Кирилл, я все. Я все сделал, как должно давай, было вместе, быть. Давай, вместе, стой, и где ты? Не уходи. Ну вот давай, я, вот я прыгаю.
Я вижу, я тоже. Так, а тут можно по стенам бегать, типа? Выдал? А как ты прыгаешь, на какую кнопку? На прыжок. Блин, я не успел его добить, я думал это оружие, оно стреляет очередьми. Да, блин, отстойно, но мне ассист дали. Но я думал, оно стреляет очередьми. Так, так. Блин, мне бы Доритос, на самом деле, надо женщине позвонить, чтобы она Mountain Dew и Доритос купила. Взорвись! Так бой! Почему никто не взорвался? Эта граната вообще боевая, она типа взорвалась потом, или что произошло? Блин, какая же графика неплохая, слушай, как будто игра нового поколения, так сказать. Блин, нифига себе, они просто повсюду. Я пошел, умер, брат. Я мщу. Так, я готов зарядить летал гранату. Не, я не успел ее кинуть, она взорвала меня самого. К сожалению. Теперь я знаю, что нельзя долго таскать ее в руке. Явно много. Это меня, кстати, убивает, это я. Ну так получается, ты нам катку залил. Извини. Господи, как Battlefield будет с этим бороться, я просто не представляю. Это же лучшая игра. Давай лежи, попробуем, где нам плакать, а нет, надо, мы хотя бы в одном месте. Чего? Ща, погоди. Неоновый тигр мне дал достижение. Понял, я неоновый тигр. Меню, судя по тому. Блин, ну нас начинает покидать народ, но не самое удачное время, нас начало, люди уже уходят спать. В топе нас смотрело 16 тысяч. В топе. Времени. И это было просто невероятно, друзья. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо всем, кто поддержал. Я понимаю, что это не наша заслуга, а Activision с их замечательной игрой. Мы делаем все, что можем, чтобы развлечь вас. Возможно, это даже да. Больше. Да, да. Да? Ту-ту-ту-ту-ту. Для тебя этот стул слишком маленький, ну чё-то ты уже не котенок. Для тебя рассвет и виртуман. Толстяк, ты уже не помещаешься, тебе приходится держаться. Я же заказал себе стул, я тебе говорил, чё ты начинаешь? Тебе приходится держаться здесь за него, это слишком тяжело. Иди поспи на кровати, я скоро приду. Скоро. Хорошо, иди.